Всем доброго времени суток, дамы и господа. Анекдот про мужа и жену. Утром жена интересуется у мужа, не хотел ли тот позавтракать. И говорит, хочешь, я тебе, говорит, поготовлю яишенку с ветчиной, сок свежий выжму, кофе. Муж такой, не, дорогая, спасибо, но после этой виагры вообще есть неохота. Ну, подходит время к обеду, жена опять спрашивает у мужа, дорогой, может, ты пообедать хочешь? Так давай я сейчас по-быстренькому подогрею, супчик горяченький тебе будет, котлеток свеженьких, вкусненьких нажарю, пообедаешь. Тот говорит, не, дорогая, спасибо, не хочу, нахрен эта виагра отбила у меня весь аппетит напрочь. Ну, проходит время уже к ужину, и жена опять интересуется, дорогой, послушай, может, ты все-таки поужинаешь? Я сейчас по-быстренькому пиццу испеку горяченькую. Тот такой, не, дорогая, спасибо за заботу, но я не хочу, эта виагра отбила у меня вообще всяческий аппетит. Жена говорит, ну я и не знаю, блин. Ты как хочешь, а я голодная. Пойду есть. Слазь с меня. Кому понравилось, ставим лайк, подписываемся на канал. Всего доброго, до новых встреч.